Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть ворогам! Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною зараз Сергій Жирнов, це експівробітник КГБ та Служби зовнішньої розвідки Росії, з яким ми обговоримо детальніше ситуацію, яка зараз відбувається на Росії, зокрема і статті, які нещодавно повиходили у доволі впливових виданнях. Сергій, здравствуйте, рада вас бачити в нашому ефірі. Здравствуйте, Фахрудін, і привіт всім нашим зрителям. Я бы наш разговор хотел начать бы с того, что на The Economist вышла интересная статья. Ссылаясь на оценки экспертов, пишут о том, что экономика России может не выдержать тех государственных расходов, которые постоянно растут, потому что в стране сейчас мало спроса и рост инфляции. А, соответственно, экономика России приближается к опасному перегреву, как пишут журналисты. Простыми словами, она не может выдержать того, что она слишком сильно растет, как бы странно это ни звучало. Но, значит, ставка, которую наши союзники западные сделали на санкции, получается, не сработала, и не сильно-то и работает, потому что экономика России все-таки растет. Нет, это так не получается, потому что экономика немножко сложнее устроена, чем то, что вы рассказали. Во-первых, я должен сказать, что я очень рад, что экономист наконец занялся своим прямым делом, то есть начал писать статьи об экономике, а не просто там какие-то публиковать всякие материалы, которые распространяют сомнения в том, что будет что-то в Украине, будет ли победа в Украине. Не будет победы в Украине. Здесь две вещи немножко разные. Разные в каком смысле? Экономика Российской Федерации действительно арифметически растет, потому что действительно был запрограммирован спад экономический, но если взять формальные показатели, то по этим формальным показателям есть даже рост экономический. Другое дело, за счет чего происходит этот экономический рост? Этот экономический рост происходит за счет того, что Российская Федерация выделила огромный военный бюджет из государственного бюджета, и эти деньги влили в ВПК, военно-промышленный комплекс, на создание танков, ракет, прочего всякого вооружения, прочих всяких военных вещей. Но все эти расходы, они вот формально, когда вы сделали танк, вы таким образом создали прибавочную стоимость. И эта прибавочная стоимость вошла в ВВП, в валовый национальный продукт годовой вашей страны. Но вы же понимаете, что на этом танке вы дальше ничего другого не будете делать, как поедете в Украину, попытаетесь на нем убивать украинцев, в итоге получите себе джавелин в этот самый танк, и он у вас благополучно сгорит. И все. И эти ваши деньги, которые вроде бы создали прибавочную стоимость, на самом деле будут тут же потеряны. И все в войне устроено именно так. То есть, грубо говоря, это абсолютно непроизводственные, непроизводительные расходы, с одной стороны. С другой стороны, когда вы набираете много-много людей для того, чтобы они воевали, большинство людей добровольно идти туда не хочет, и поэтому вы их заманиваете большими деньгами. Эти деньги тоже выплачиваются из государственного бюджета, вот дальше там какие-то там компании, там Вагнер, не Вагнер, там прочие всякие вещи, чтобы обойти ограничения по Министерству обороны, чтобы выплатить этим людям там по 200, 250, 300 тысяч рублей за то, что они согласятся идти в качестве пушечного мяса на фронт. Но вот эти деньги огромные, которые, в принципе, там вот в их регионе, они получали свое пособие по безработице 10 тысяч. Вот кто-то из них там работал и получал свои 20 тысяч зарплаты. И вдруг вы им выдаете 200 тысяч, то есть, грубо говоря, 10-месячную зарплату, прежде чем он еще не ушел на фронт. Вот, а дальше еще там говорят, что будут им выплачивать какие-то безумные деньги за каждый месяц вооруженной борьбы на фронте, которые посылаются их семьи. И эти деньги вдруг в регионах, в которых раньше никаких денег не было, они, строго говоря, эти деньги ничем не обеспечены, и они вдруг попадают на потребительский рынок, и на этом потребительском рынке начинают автоматически расти цены, потому что люди чувствуют, что у людей появились деньги, значит, если у них есть... Раньше, когда у них не было денег, все знали, что там безработному бессмысленно ему продавать картошку, там, я не знаю, 5 тысяч рублей килограмм, а теперь можно и даже за 10 тысяч ему продать килограмм, потому что у него есть деньги. Таким образом, появляется инфляция. И все это дело, плюс к тому же, рубль упал, значит, вот мы видели, что упал его курс, а когда рубль падает, то это, с одной стороны, хорошо всем экспортерам,
потому что за каждый вырученный за границей там доллар или евро они получают больше рублей, там юань или еще что-то. Но, с другой стороны, поскольку Российская Федерация – это банановая республика, которая кроме газа, нефти ничего не производит, и в основном все завозит, то есть там, я не знаю, потребительские товары бытовые на 80% импортные, вот, или на 90% импортные, весь этот импорт тоже подорожал. И в итоге получается, что на самом деле вот вроде бы по цифрам чего-то там увеличилось, но из-за того, что инфляция, из-за того, чтобы подешевел рубль, из-за того, что подорожал импорт, из-за того, что плюс с этого потребительского рынка устали уходить значимые иностранные фирмы, и, грубо говоря, стало меньше чего покупать, таким образом вы теперь не можете купить там, хотите машину накопили, хотите машину купить Мерседес, а вам говорят, нет, покупайте вот там Ладу Калину, вот, а вам не хочется Ладу Калину, говорят, ну давайте тогда китайские или там иранские еще что-то такое, а вам не хочется, вам хочется Мерседес. Вот. То есть на самом деле в результате экономика Российской Федерации действительно находится в весьма плачевном состоянии, и это следствие работающих западных санкций. Санкции работают, абсолютно четко работают. Другое дело, что нам хотелось бы, чтобы вводили не градуированные санкции западные, вот уже там 12-й пакет, и работают уже над 13-м пакетом, да, а чтобы просто против Российской Федерации взяли и устроили экономическую блокаду, то есть сказали, что вот начиная там с 1 января ни один российский товар не может быть вывезен из Российской Федерации, и ни один зарубежный товар не может быть ввезен на территорию Российской Федерации. Вот тогда бы за 3 месяца эта страна рухнула бы просто. Вот. Но поскольку такой экономической блокады организовать практически невозможно, значит, вот санкции эти работают, но слабенько. Плюс к тому же, когда их градуированно вводят, то, естественно, это старая история, бандиты и полицейские, когда, значит, бандиты совершают преступление, полицейские пытаются принять меры, чтобы сократить эти преступления, бандиты находят новые механизмы совершения преступлений, и вот то же самое с санкциями. Западные страны принимают санкции, российские, значит, люди и путинский режим учатся обходить эти санкции, потом западные страны начинают бороться с этими обходами, вот сейчас начинают вводить санкции против фирм из тех же самых Арабских Эмиратов, из Турции, из Китая, из Индии, которые просто пытаются из Центральной Азии, там, я не знаю, Киргизия, вдруг вы вот обратили внимание, наконец-то, там, после 2 лет войны западные финансисты, что вдруг у Киргизии выросла внешняя торговля, ее импорт там, на 5000%. Да, и это не означает, что Киргизия стала вдруг великолепной, там, я не знаю, мощной страной. Нет, просто она покупает все то, что Россия не может купить напрямую, а дальше реэкспортирует это в Российскую Федерацию. Вот. Но с этим потихонечку тоже начинают бороться. И таким образом все-таки эти санкции работают, потому что если бы санкции не работали, Путин бы не ездил бы побираться в Северной Корее, в Иране, там, и в каких-то жутких совершенно отсталых странах, в том числе, кстати, и Центральной Азии. При всем уважении к населению этих стран, они все-таки, конечно, находятся на гораздо менее высоком уровне развития, чем даже та же самая Российская Федерация. То есть в этом смысле все работает. И, наконец-то, слава богу, «Экономист», основной международный журнал, который занимается экономикой, это понял, написал это в статье. Ну вот, кстати, что это меняет для самих россиян? Потому что в этой же статье The Economist журналисты наводят пример одного московского отеля Ritz-Carlton, который, кстати, уже Ritz не называется, потому что международные партнеры вышли из него. Но говорят о том, что ночь в нем стоила $225, а теперь она стоит $500. Вряд ли среднестатистический гражданин России, как и любой другой, кстати, страны, даже если мы возьмем, за пример, Украину, сможет себе позволить на регулярной основе где-то там раз-два на месяц, на несколько ночей арендовать себе отель за $500 на месяц. Или же для тех россиян, которые классом ниже, фактически ничего не изменилось, потому что, как часто можно встретить в западных СМИ, если они не жили хорошо, то и не начнут. Поэтому они тех санкций или тех изменений в экономике российской не чувствуют. Нет, это тоже не так. Все они чувствуют, и по поводу вот этого самого низшего класса российского, ответ очень простой. Посмотрите на то, что происходит у Путина с яйцами. Значит, у Путина подорожали яйца. Да, вот будете смеяться. Да, такой вот экономический ответ вам. И, естественно, вы же понимаете, что это самые широкие слои населения российского, у них возникли проблемы с яйцами. А не только у одного Путина.
Вот. И это, кстати, потребительский рынок, тем более, что сейчас готовятся они там к праздникам, и, соответственно, без яиц обойтись с ним совершенно сложно. Вот. Дальше то, что вы говорили там про эту гостиницу, это отдельный разговор, потому что вы же сами понимаете, что такого класса отелей это не для широкого потребления, это все-таки там класс 4 звезды и 5 звезд, и особые люди и даже на Западе останавливаются в таких гостиницах, потому что, грубо говоря, средний там француз, когда приезжает в Париж, он останавливается в 3-звездочном гостинице, которая стоит там в зависимости от того, как вам удается там воспользоваться скидкой или нет, ну, средняя цена там 100-120 евро за ночь в Париже, вот, но вы можете остановиться в гостинице, которая стоит 500, вы можете найти палас какой-нибудь 5-звездочный в Париже, их довольно много, в которой это будет стоить и 1000, и 1500, и 2000, и 3000 в классе люкс каком-нибудь и так далее. Вот, то есть это просто не касается тех людей, которые, так сказать, это не касается среднего россиянина, точно так же это как это не касается в Париже среднего француза или среднего американца и так далее. Вот. И у этих людей, кстати, ничего не поменялось, потому что я вам должен сказать, что, например, индустрия люксовая – это единственная индустрия, которая выросла во времена ковида, которая заработала огромные деньги во времена ковида. И люди, которые потребляли люксовые товары, они продолжали их потреблять даже с повышением цены, несмотря на то, что она там увеличилась на 50%, на 100% там, и даже больше. То есть это отдельный разговор, потому что, сами понимаете, для миллионера проблема, заплатит ли он $200 или $400 за ночь, такая проблема у него не стоит. Mm. Ну вот, кстати, если мы продолжим про экономику. Не так давно русские власти захотели заставить глав некоторых российских регионов, включая Кадырова, лично отвечать за дефицит в бюджете. Мол, если главы российских регионов не снизят расходы, их оставят без дотаций. Но интересно, что с Чечни сразу же практически, ну как сразу, спустя некоторое время пришел ответ и говорят, что дефицит бюджета — это последствия двух чеченских войн. Это троллинг такой со стороны чеченцев или они идут на прямую конфронтацию с Путиным? Потому что, как по мне, это достаточно дерзкий ответ. Это очень дерзкий ответ, но это троллинг с обеих сторон. Потому что то, что вот когда Кремль сказал, что вы теперь отвечаете лично за дефицит своего бюджета, он просто напомнил всем этим республикам, сейчас еще большинству кавказских республик, что они являются убыточными, они являются дотационными. Что, грубо говоря, вот когда там люди говорят, мы там хотим отделиться от Российской Федерации, жить от нее независимо, им намекнули прозрачно на то, что ну ладно, если вы отделитесь от Российской Федерации, а на что вы будете жить? Где у вас будет, кто вам будет, кто будет финансировать вашу жизнь? Потому что Чечня получает из год бюджета минимум $1 миллиард в год, а последнее время от 3 до 5 миллиардов долларов в год в свой бюджет, из государственного бюджета. И поэтому, кстати, мы могли говорить о том, что на самом деле чеченские две войны Чечня выиграла, полностью разоружила Российскую Федерацию. И Российская Федерация с тех пор выплачивает чеченцам дань из государственного бюджета. И все россияне платят чеченцам, мусульманам дань. Значит, эти самые, так сказать, доминантные русские православные, значит, расплачиваются за решение там Ельцина перед этим и Путина во Второй Чеченской войне. А Кадыров, конечно, когда Кремль ему таким образом его захотел поставить его на свое место, то есть сказать ему, что без этих денег, которые присылают ему из Москвы, он далеко не уедет, Кадыров в наглую сказал, что, ребята, а вы мне нажили, вы нашу республику разрушили в течение двух войн. И он напомнил Путину еще не только это вот публично он сказал про эти деньги, а на самом деле он не публично Путину напомнил другое, что у него контракт вот какой был, что чеченцы, исламистские боевики, террористы чеченские устраивали теракты по всей России, и когда Путин, значит, убил папашу Кадырова через ФСБ и поставил Кадырова-младшего, его сына, на княжение, значит, в этой республике, он заключил с ним договор. Я тебе плачу огромные деньги, но я больше не хочу иметь никаких террористов чеченских нигде, раз. И я не хочу больше слышать никаких проблем с чеченцами у меня здесь, в Москве и на территории Российской Федерации. Вот у тебя
у тебя есть твоя республика, делай там все, что хочешь, измывайся над чем угодно, избивай кого угодно, там, я не знаю, назначай всех своих родственников на посты значимые. Вот это меня не касается, главное, чтобы было мир и согласие. И Кадыров вот это ему прозрачно ответил, что он говорит, что ты, конечно, можешь мне теперь не платить деньги, но тогда у тебя снова начнутся там театр на Дубровке в Москве, у тебя начнутся Беслан, у тебя начнутся какие-то взрывы в метро и так далее. И Путину, тем более сейчас во время предвыборной кампании, это совершенно все не нужно. И на самом деле Путин гораздо больше зависит от Кадырова, и мы с вашими коллегами уже это обсуждали, фактически я даже так ехидно говорил, что Путин себе сделал обрезание, стал мусульманином, принял, значит, исламскую веру, потому что он поддерживает Хамас, он поддерживает, он практически с Кадыровым съездил тут на хадж в Саудовскую Аравию, вот, он практически в ущерб интересам коренной российской нации, или, скажем так, национальности, которые там русские, которые считаются их там 70% Российской Федерации, и считается, что 80% россиян вроде как православные, вот, а на самом деле Путин лег под Кадырова, под Чечню, потому что действительно он от него полностью зависит. А есть ли реальные предпосылы к тому, что Кадыров может пойти против Путина? Потому что, ну, сейчас, если он, конечно, мечтает о свободной и независимой Чечне. Потому что сейчас, кажется, просто идеальный вариант и момент для того, чтобы начать действовать. Нет, вы знаете, он думал, что это идеальный вариант, потому что, конечно, у него такие мысли были, когда у Пригожин, вот там был Пригожинский бунт, и когда Пригожин пошел на Москву, то Кадыров подумал, а почему мне такую штуку не устроить, потому что 10 тысяч человек у меня тоже есть под ружьем, вот, правда, у него не было танков, потом он, значит, получил обходными путями через Золотово вот эту самую тяжелую технику, которая осталась от пригожинцев, от вагнеровцев. Вот, и таким образом он, в принципе, потенциально получил такую возможность. Но, с другой стороны, ведь Пригожинский бунт доказал, что, конечно, можно там, я не знаю, временно, на несколько дней, там, на несколько часов, на несколько, может быть, недель захватить какую-то инициативу, но потом центральная власть оклемается, очухается и разделается с этими людьми, потому что, ну, грубо говоря, колонна, которая шла, почему она шла еще, да, потому что просто не решали сделать по-настоящему с ней то, что могли бы сделать. То есть на нее можно было там не вертолеты послать, а просто баллистическую одну ракету скинуть, и от этих 5000 человек не осталось бы ни рожек, ни ножек. И Кадыров это прекрасно понимает. Плюс к тому же Кадыров понимает, что все-таки у него нет того потенциала, который был у Пригожина. Пригожин был титульным русским, хотя говорят у него какие-то там еврейские корни, но это, в общем, русские националисты и, значит, антисемиты, мне кажется, больше это рассказывают. Вот. Но, в принципе, он, так сказать, у него была большая глотка, у него были большие деньги, он был миллионером, миллиардером, значит, личным другом Путина. Вот у этого у Кадырова нету. То есть Кадыров все-таки представляет из себя национальное меньшинство, и большинство россиян не примут его в качестве нового диктатора и президента Российской Федерации. Поэтому этих, даже если такая амбиция у него есть, она нереализуема в политическом пространстве Российской Федерации. И с другой стороны, у него большие проблемы внутри республики, потому что надо понимать, что у него есть очень много врагов. Кстати, его враги воюют на стороне украинцев у вас там на фронтах. У вас есть 5 или 6 батальонов чеченцев, которые, кстати, уже говорили неоднократно в публичном пространстве, что как только они победят россиян, они сразу поедут в Ичкерию и сметут Кадырова и посчитаются со всеми теми, кто измывался над их соплеменниками, над их кланами и так далее, потому что там все-таки родоплеменная и клановая система управления республикой. Так что в этом смысле у Кадырова не так много на самом деле вариантов. И плюс, ну, самое главное, понимаете, вот, допустим, такая республика, как Якутия, например, может реально претендовать на какую-то самостоятельность, потому что у нее есть прямой выход к морю, в Ледовитый океан.
И поэтому она может торговать или там экспортировать и импортировать все через Ледовитый океан, независимо от того, как на это смотрят ее соседи по бывшей Российской Федерации. А Чечня, в принципе, это маленькое государство, которое замкнуто, это анклав на территории Кавказа, у нее нет прямого выхода ни к морю, ни к реке, никуда ничего нету, и поэтому на самом деле ее потенциал независимости довольно сомнителен. Но если говорить о вот этой вспышке, которая случилась между Кадыровым и между Путиным, стоит ли ждать на ответ Путина на такие заявления со стороны Чечни? Потому что, судя из того, что Путин достаточно редко реагирует на критику, он может просто промолчать, и это все никак не разрешится. Путин сейчас ничего делать не может, и уже до этого даже он ничего не делал, это я уже говорю уже 2 месяца, и привожу пример, потому что, в общем, когда сын Кадырова в августе месяце избил этого самого последственного Никиту Журавеля в СИЗО Чечни, где, кстати, он оказался совершенно незаконно, и Никита Журавель незаконно оказался, и сын Кадырова незаконно, а Кадыров это выложил сначала в свой телеграм-канал, потом обвешал своего сына и соседние мусульманские республики, обвешали его всякими наградами. Все это было уголовное преступление, все это было незаконно, но, как видите, Путин это все дело съел, ничего не сказал, и даже когда ездил в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, взял с собой и Кадырова-старшего, и Кадырова-младшего, вот, и показал таким образом, что он полностью от них зависит, что он ничего не решает, и что настоящим президентом Российской Федерации является Кадыров. Но президентом де-факто, потому что Путин с ним ничего сделать не может. Однако президентом де-юре у Кадырова никакой перспективы стать нет. Угу. Ну, говорят, кстати, не могу не спросить, потому что сегодня информация появилась. Говорят, Навальный куда-то пропал. Думаете, ему стало вообще плохо, раз он пропал с поля зрения? Нет, Навальный, ну, во-первых, он уже вроде бы нашелся, потому что уже сказали, что вроде бы его привезли в Москву для каких-то следственных действий. Вот, но это отговорки, это, конечно, просто отмазки. На самом деле он пропал, потому что сейчас идет кампания регистрации кандидатов, и Навальный вполне может подать свою кандидатуру в качестве кандидата, и тогда Центральной избирательной комиссии придется ее не утверждать, а это все неприятно. И таким образом, значит, Путин решил временно избавиться от Навального. Потому что Навальный, на самом деле, для Путина очень опасный человек. Именно потому, что он сидит в тюрьме, потому что он является таким героем народным, потому что он вернулся, его, значит, не дотравили. Он мог бы тихо, спокойно жить в Германии, ездить по всем странам, быть принимаемым любыми политическими деятелями по всему миру, но он решил вернуться в Российскую Федерацию. Таким образом, он проявил героизм, абсолютный героизм, политический героизм. Он абсолютно значимая фигура в политическом поле Российской Федерации. И когда Путин давным-давно уже является нелегитимным президентом, и плюс он всем надоел уже, потому что 24 года эта рожа сверкает на всех каналах, и уже даже когда мы с вами обсуждаем про Путина, нам уже там в комментариях пишут, ну сколько можно уже этого самого человека обсуждать, этого индивида. Ну вот, я им объясняю, что мы его обсуждать будем ровно столько, сколько он сидит у власти, сколько он пытается, значит, руководить этой страной, потому что нельзя обходить такую политическую фигуру. Но для Путина Навальный очень страшная фигура, тем более, что Навального, кстати, как основного оппонента Путина сделал сам Путин. Если бы Путин его не сожрал каждый раз, когда были президентские выборы, чтобы не дать ему возможность подать вовремя документы, сдать документы, потому что он мог бы там пойти на какие-то выборы, набрать свои, там, я не знаю, 2 или 5%, и все, и на этом все закончилось. Но Путин клинически в политическом смысле, это я уже давно говорю, это не ругательство, это экспертная оценка. Вот Путин в этом смысле продолжает, кстати, заниматься этим идиотизмом. И вот и даже его объявление о том, что он идет в президенты, состоялось раньше времени, просто потому что Навальный его опередил. И, значит, 7 декабря Навальный устроил первую кампанию предвыборную против Путина, когда его друзья расклеили билборды по нескольким городам. И запущена была идея о том, что голосовать за кого угодно, но только не за Путина и так далее. И с тех пор он раз быстренько исчез, а дальше опять же эти клинические
в Кремле, начали просто палиться, потому что когда Пескову задали вопрос, а где Навальный, и Песков, значит, на голубом глазу начал, как обычно, врать и говорить, что а ничего не знаю, никакого Навального не знаю, почему мы должны его отслеживать. Вот, а всем понятно, что это идиотизм, потому что Навальный – это не просто какой-то заключенный, это заключенный номер один, номер два – заключенный Яшин, номер три – заключенный Карамурза, номер четыре там, и так далее по политическому списку довольно длинному. Но Навальный – заключенный номер один. Вот. И еще есть, кстати, еще человек, который еще более страшен Путину, это Пригожин убитый, потому что профессор Соловей и генерал СВР сказали, что Пригожин не убит, он живой-здоровый, живет в Венесуэле, значит, на острове Маргарита, попивает коктейли Маргарита и вернется на выборы, чтобы свергнуть Путина и отомстить всем тем, кто ему, значит, сделал плохо во время его мятежа. И вот на самом деле для Путина это очень неприятная вещь, вот отсюда и исчезновение временное Навального. Если мы зацепили уже тему выборов, аналитики ИСВ написали, что российская армия, вероятно, получила приказ от Путина захватить украинские города Авдеевку и Купинск до президентских выборов, которые должны пройти, напомню, для наших зрителей, в марте следующего года. Зачем Путину эти так называемые победы, если он и так станет президентом? Будет ли Путин вообще акцентировать внимание на российско-украинской войне? И могут ли выборы, которые будут проводиться на России, как-то повлиять на успехи российских солдат на фронте? Начну с последнего. Нет, никак не повлияют, только просто увеличится количество. Да, конечно, будут требовать делать мясные штурмы, налеты, но ничего это не даст. И на самом деле вся эта история, вот в частности с войной и с выборами, это опять же доказывает, что Путин клинический. Потому что все политологи, которые занимаются специально выборами, то есть политтехнологи, которые занимаются выборами, занимаются раскруткой кандидатов, занимаются лозунгами, занимаются размышлением, под какими программами и кандидаты должны идти на выборы, в частности, вот Аббас Галямов, который довольно регулярно выступает и на вашем канале тоже, вот они говорили, что Путину чрезвычайно невыгодно вообще говорить об этой войне. То есть, строго говоря, вот они увидели, все увидели, что за последние два месяца Путин начал встречаться с какими-то там детьми, с какими-то волонтерами на какие-то выставки. То есть на самом деле занялся такой социально-культурной программой. То есть, грубо говоря, показывает, что, в общем, война идет где-то, но она, так сказать, почти никого не касается. Все нормально, все замечательно, страна развивается. Я там езжу, вот видите, даже на Средний Восток и так далее. И вдруг этот самый Путин, у которого вроде бы все уже началось вырисовываться, и было понятно, что эта война ему невыгодно ее выносить, потому что два года ведется война, о которой говорили, за три дня Киев, а никакого Киева и близко нету. И наоборот, российские войска находятся в стратегической обороне и пытаются только немножко там чего-то там продвигаться куда-то. И вдруг он объявил это на фоне военных, опять же, на фоне этих самых псевдовоенных и псевдореспублик Луганска и Донецка, объявил о том, что он выставляет свою кандидатуру, то есть он заявил основной темой своей предвыборной кампании войну. И, соответственно, это был идиотизм абсолютно с точки зрения политтехнологии. Это была абсолютно проигрышная тема для Путина, потому что проблемы есть, потому что есть бунты вдов, не до вдов при живых мужьях, есть проблемы на фронтах, есть проблемы со снабжением, есть проблемы с яйцами у Путина, вот, и так далее и тому подобное. И тем не менее, этот клинический все это дело запустил. А мы будем за этим делом наблюдать. И чем хуже у него будут идти дела, тем лучше для нас. Угу. Ну вот, что сейчас, кстати, с рейтингами Путина? Понимаю, что сложно проводить какую-то аналитику или социологию в авторитарных странах, но все же большинство западных СМИ пишут о том, что около 70% россиян его поддерживают. Западные страны, которые это пишут, абсолютно некомпетентные люди, потому что главный рейтинг Путина провел Пригожин. 23 и 24 июня. Он сказал, что я иду в Москву, и за Путина те 82%, которые ему приписывают в рейтингах, не вышел ни один человек за Путина воевать. Не вышел ни один человек, в том числе из партии «Единая Россия», так называемой, которая на самом деле никакой партией не является, но в ней состоит
формально миллион членов, ни один из этих миллиона членов не вышел на улицы. Мы не видели ни Медведева, ни Турчака, ни вообще ни одного члена из Политсовета «Единая Россия», ни одного члена из региональных организаций «Единая Россия» на улицах с лозунгами, с демонстрациями в защиту Путина. Поэтому у Путина рейтинг внутри страны реальный политический – ноль. Ну, это не может не радовать. Кстати, на завершение нашего разговора, опять же, касаясь западных СМИ, CNN написали, что Путин очень внимательно следит за тем, что происходит в Конгрессе США. Вот как считаете, действительно ли его внимание может так сильно прикипать к международным событиям? Ведь кажется иногда, что у него есть какая-то своя линия, по которой вот он тупо идет и не обращает внимания на то, что происходит слева, что справа, его интересует только вот что перед ним и любой ценой, или как вы сказали, когда мы с вами общались последний раз, за ценой не постоим, вот любой ценой взять то, что стоит перед ним или у него на пути. Это создается такое впечатление. Но на самом деле Путин абсолютно зависим от Соединенных Штатов Америки. Всегда был зависим. И зависим остается зависим от них и сейчас. Потому что Российская Федерация зарабатывает деньги, зарабатывала основные деньги за счет экспорта своего сырья куда? В Соединенные Штаты Америки, в Западную Европу. Это был основной рынок сбыта российского сырья. Теперь Путина, для этот рынок сбыта ему закрыт. Он попытался его компенсировать рынком китайским, рынком индийским, рынком стран БРИКС, но это у него не получилось и не получается. И по этому поводу все равно он смотрит Соединенные Штаты Америки и надеется, что вместо Байдена придет Трамп, и все вернется на круги своя и так далее. И Путин вообще ориентирован в этом смысле на Соединенные Штаты Америки. Во-первых, с точки зрения зарабатывания денег. То есть, грубо говоря, у Путина нет никаких собственных денег, все его деньги идут с того самого Запада, с которым он якобы развязал войну, что является абсолютным еще доказательством его клинического идиотизма, потому что человек, который развязывает войну с основным человеком, на котором он зарабатывает, с основным своим клиентом, на котором он зарабатывает, это абсолютный клинический. Но, еще больше того, Российская Федерация ничего не производит внутри себя, ну, за исключением там каких-то очень базовых продуктов, но, по крайней мере, вся продукция обрабатывающей промышленности, вся, там, я не знаю, весь потребительский рынок, потребительские какие-то вещи для людей, все это импортируется. И причем люди предпочитают, когда этот импорт из развитых западных Европ, западных стран, там, из Западной Европы, из США, Японии, Южной Кореи, а не из Китая и не из Индии какой-нибудь, потому что вот в Индию экспортировали на 35 миллиардов долларов нефти, и так они в рупиях лежат, эти 35 миллиардов, и там нечего купить в этой Индии. Вот. И в этом смысле Путин опять же зависит полностью от Соединенных Штатов Америки. И вообще Путин всегда ориентировался на западные страны, потому что по отношению к ним он что-то делал. Он делал вид, что это вот он такой самостоятельный, но всегда краем глаза смотрел, что скажут американские Соединенные Штаты, что скажет Западная Европа. И хотя он все время надувал щеки и говорил, что мне никакого дела на них нету, на самом деле это вот старая история, зелень виноград, когда вот лиса, значит, смотрит на виноград, до которого она не может дотянуться, и поскольку не может дотянуться, она говорит, ну, и, в общем, не очень-то и хотелось, и не такой уж он и спелый, и не такой уж он и вкусный. Такое же отношение у Путина к Соединенным Штатам Америки. Поэтому, кстати, если вы проанализируете, в Российской Федерации гораздо больше, чем в Соединенных Штатах Америки, всегда в средствах массовой информации обсуждается в выборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Как будто это россияне выбирают президента Соединенных Штатов. Справедливо. Сергей, я вам благодарен за этот разговор. Спасибо, что присоединились к этому разговору, к этому стриму. Для наших глядачів я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Сергій Жирнов, це експівробітник КГБ та Служби зовнішньої розвідки Росії, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у цій країні.